Новая конституция, народная марка и школа мечты. 35-й перерезали очередную красную ленту, сколько стоит билет в бассейн. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты года, а те, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Финальное совещание, дорожный закон и новые тарифы. В Беларуси с 2022-го потяжелеют жировки. Насколько? Комбинезоны от кутюр. Славянка шьет крупную партию защитных костюмов для медиков. Поступил срочный заказ от Белмедтехники. Какой дедлайн? Этот день разделил историю на до и после. Католики и протестанты встретили Рождество Христово. Как прошла месса в местном костеле? Продавцы новогоднего настроения. В Бобруйске начали работу елочные базары. Пахнет елкой, пахнет Новым годом, праздником. Что почем? Вернулись из отпуска. Ждем вас с нетерпением. Приходите, гости дорогие. Будем вам рады. Городская резиденция Деда Мороза сменила прописку, где поселилась сказка. Модульные реакторы, защитная стена и недоступный Клаус. В финской Лапландии Санту посадили за перегородку. Как общаются дети с волшебником. Под занавес уходящего года. Во Дворце независимости прошел новогодний бал. Красивой традиции суверенной страны, которую лично поддерживает Александр Лукашенко 4 года. В едином танце закружились более 300 приглашенных, самые талантливые студенты и старшеклассники со всей Беларуси. Именно этих молодых людей президент назовет главным украшением праздника. Бал – настоящий подарок, который они заслужили благодаря своим успехам в учебе, творчестве и спорте. Вам и всем вашим сверстникам скажу главное. Это за вами, Беларусь. Государство, в котором созданы достойные условия для жизни, для личного, профессионального развития, это ваш щит. И вы всегда должны его нести с честью, достоинством, защищая его. Потому что в нужные времена, в тяжелые времена, этот щит всегда защитит вас. Вам я желаю оставить на этом пути яркий созидательный след. Наше государство, как и вы, совсем еще юное, молодое государство. А значит, важно не только сохранить сложившиеся традиции, но и создать новые. Я очень часто говорю, что у нас немало традиций. И я всегда старался, чтобы эти традиции были. Страна есть тогда, когда есть у нее традиции. А традиция – это лицо любой страны. Поэтому будьте в хорошем смысле дерзкими, смелыми и очень креативными. Правда, не перебирайте через край. Помните, в ваших руках судьба нашей родной Беларуси, вашей, прежде всего, Беларуси. В 2021-м участников познакомили с национальными бальными традициями 18-19 столетий. Закружились в танцах и те, кого все привыкли видеть сплошь в деловом. Высшие должностные лица и члены правительства. 2021 уже на днях войдет в историю и запомнится как год больших дел. 365 дней, в которых, несмотря на все невзгоды, возводились нужные социальные объекты и создавались новые рабочие места. В Бобруйске появилась современная школа, спортивный комплекс, долгожданный участок дороги и такой нужный бассейн. Обо всем по порядку, Карина Гуревич. Все дороги ведут в Бобруйск, и это неспроста. Город – один из крупнейших в Беларуси. Спорт, культура, бизнес, здоровье и даже туризм – все это про него. Развитие – главная черта районного центра. И 2021 выдался насыщенным на открытие. На День города Бобруйску дарят нужные подарки – 900-метровую бетонку от Шинной до Ленина. Здесь же 4 остановки, 3 светофора, 2 велодорожки и площадки для отдыха. Прилагаются и 10 современных автобусов МАЗ-203. Модель полностью отвечает европейским стандартам – от дизайна до начинки. Предусмотрена безбарьерная среда, светодиодное освещение и даже кондиционер. Чуть позже автобусный парк пополняется еще одной моделью современного городского транспорта. Единственный в области МАЗ-303 отправляется на тест-драйв в Бобруйск. В автобусе нового поколения USB-разъемы рядом с каждым сиденьем, надписи шрифтом Брайля, видеокамеры и Wi-Fi.
В 7-м микрорайоне открывается физкультурно-оздоровительный комплекс. Внутри 5 залов – гимнастический и тренажерный, теннисный корт, зона для игровых видов и аэробики. А уже 1 сентября 3-й гимназии дарит спортивную площадку. Спасибо, дети говорят, заводу тракторных деталей и агрегатов. Новый стадион – решение целой проблемы. До этого школьники были вынуждены заниматься физкультурой за пределами учреждения. Но главный подарок городу в уходящем году – современная 35-я школа. Красную ленту лично перерезает президент. Благодаря поддержке главы государства и стараниям строителей, заведение возводят в кратчайшие сроки. Уютная столовая, просторные кабинеты и оснащенные лаборатории. Школьное книгохранилище впечатлит любого. На полках порядка 15 тысяч изданий. Здесь же современная техника, выход в интернет и доступ к архиву Национальной библиотеки. В преддверии Нового года в учреждении открывают долгожданный бассейн. Внутри аквазона на 25 метров, всего 6 дорожек. В учебный период здесь будут заниматься школьники. В остальное время двери открыты для всех. В самом здании несколько спортивных зон, зал аэробики и тренажерный. В арсенале все необходимое оборудование. Спортивное сооружение, оно будет уверенно востребовано жителями, учащимися этой новой нашей школы. И уверен в том, что еще новые у нас появятся спортсмены, которые будут с гордостью нести звание это, ну и работать на благо нашей страны. В 2021-м в Бобруйске обновляются дороги Сикорского, Минска, Интернациональная, Энергетиков, 50 лет в ЛКСМ, Георгиевский и проспект Строителей. Один из самых крупных апгрейдов в северной части города. От начала 5-го микрорайона до конечной 2-го маршрута троллейбуса. Бобруйск – мастер встречать гостей. В мае здесь раздается республиканский последний звонок, море улыбок, зажигательные танцы под лучшие хиты современности, салют и масса незабываемых эмоций. «Прощай, школа», говорят почти 2000 выпускников. Несмотря на непростую ситуацию, бобруйские предприятия не снижают оборотов. Продолжается выпуск и отгрузка товаров. Не обходится и без побед. Горисполком, Бобруйско-Громаш и Красный пищевик с гордостью несут звание «Лидер года 2021». Кондитерская фабрика заслуживает гран-при за новинку крем-мед с имбирем и лимоном. Сельхозпредприятие за инновационный распределитель минеральных удобрений. Тем временем продолжается строительство квартир с господдержкой. А медики в режиме 24/7 не прекращают бороться с коварной инфекцией. Международные и республиканские фестивали – неотъемлемая часть культурной жизни города. Бобруйский район принимает конкурс резьбы по дереву. География участников – Беларусь, Венгрия, Азербайджан, Россия, Украина. Еще один бренд – пленэр по керамике «Арт Жижель». Обжиг-шоу – самая зрелищная часть. Со всей страны съезжаются не только ценители искусства, но и обычные зрители. Люди преодолевают сотни километров ради фигуры отца-основателя проекта. В ноябре Дворец искусств принимает отборочный этап фестиваля национальных культур. Среди участников – казахи, туркмены, татары, армяне и русские. На сцене – стихи, песни и танцы. В конкурсной программе и демонстрация традиционной кухни. 2021 богат и на спортивные события. Бобруйску есть чем гордиться. Ирина Курочкина привозит серебряную медаль с Олимпийских игр в Токио. Следом Ванесса Колодинская становится бронзовым призером. А на паралимпиаде Игорь Боки завоевывает 5 наград высшей пробы. Новым опытом для города становится спортивный фестиваль в Итоке. Футбол, мини-гольф, прыжки в высоту и даже стрельба из лука. Десятки спортивных площадок размещаются по всей территории арены. Бобруйск впервые принимает этап открытого кубка Белорусского союза конькобежцев по фигурному катанию. Беларусь, Украина, Грузия, Эстония, Кипр. На базе хоккейного клуба прекрасные условия для подготовки спортсменов. «2021 запомнится нам как непростой и особенный год. Закрывались границы, но появлялись новые возможности. Мы держали дистанцию, но были близки. Достигали технологического прогресса, но чтили национальные традиции. Впереди, без сомнений, еще больше событий, свершений и целей». Обязательная самоизоляция, зимние каникулы и новые правила. В следующем году курсанты автошкол смогут получать права на автомате. Что еще изменится? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре.
Президент провел финальное совещание по проекту Конституции. Всенародное обсуждение начнется уже на следующей неделе. Белорусский лидер добавил, после рабочая группа соберется еще раз, чтобы рассмотреть существенное предложение, которое выдвинет народ. Референдум может состояться во второй половине февраля 2022. На национальном правовом интернет-портале появились внесенные поправки в закон о дорожном движении. Курсанты автошкол смогут обучаться, сдавать экзамены и получать права на автомате. Власти ведут и автоматизированную базу данных учета результатов прохождения техосмотра. Это же касается и состояния здоровья водителей. Инспекторы будут видеть онлайн, кому запрещено садиться за руль. Все нововведения вступят в силу с 22 сентября следующего года. В стране отменили самоизоляцию для контактов первого и второго ковидных уровней. Те, кто сейчас находится на карантине, должны соблюдать его до конца. Обязательную самоизоляцию теперь нужно проходить только белорусам, иностранцам и лицам без гражданства с подтвержденной ковид-инфекцией. В Беларуси установлены тарифы в сфере ЖКХ на 2022. Повышение пройдет в два этапа. Жировки потяжелеют с января за исключением отопления. С июня белорусы будут больше платить за тепловую и электрическую энергию, природный и сжиженный газ. В расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг цены повысятся в пределах $5. У белорусских школьников начались зимние каникулы. Они продлятся до 9 января. Учащиеся смогут отдохнуть в лагерях дневного пребывания. Их посетят порядка 60 тысяч человек. Особое внимание специалисты уделят безопасности. Детям настоятельно рекомендуется не использовать наушники при переходе дорог, а также носить фликеры. Чужих не бывает. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети». Ежегодно к республиканскому движению подключаются руководители госорганов, лидеры общественных объединений и неравнодушные. В преддверии праздника в гости заглянули в коррекционный центр «Фандоки Водоканал». Привезли сладости, а завод тракторных деталей и агрегатов, сертификат на приобретение мебели. Плюс известная кофейня-кондитерская передала сертификат на 250 рублей. Конечно, не остался в стороне и Бобруйский горисполком. Вскоре учреждение пополнится новой бытовой техникой и нужен для обучения проекционным экраном. Не все смогли присутствовать на празднике, но подарки получит абсолютно каждый ребенок. В целом, в рамках акции «Наши дети» в нашем городе проводятся утренники, спектакли. Учащиеся города примут участие в республиканском благотворительном празднике с участием президента, с участием руководства нашей области и города. Сейчас в коррекционно-развивающем центре по эффективной методике обучается 34 человека. Три дошкольные группы и два спецкласса посещают ребята с так называемыми тяжелыми множественными нарушениями развития. Возраст от 3 до 18. Поддержка медиков. Славянка приступила к пошиву крупной партии костюмов биологической защиты. До конца декабря планируют шить 40 тысяч комбинезонов. Также предприятие производит маски. За 2021 выпущено около 2 миллионов штук. Проверила защиту на прочность Ольга Васинда. Славянка приступила к пошиву очередной крупной партии защитных костюмов для белорусских медиков. Заказ – 40 тысяч единиц. За смену специалисты производят порядка 2 тысяч. Эти изделия пополнят резервный фонд учреждений здравоохранения. Поступил срочный заказ от Белмедтехники на производство вот комбинезонов биологической защиты. Мы их начали уже производить и надеемся, что 31 числа, последний день поставки, мы полностью выполним и поставим этот заказ. Только областная медтехника за год приобрела 132 тысячи таких комбинезонов. К пошиву средств индивидуальной защиты фабрика приступила практически с самого начала пандемии. Спецодежду по достоинству оценил медперсонал. Она универсальна, надежна, гипоаллергенна и проста в эксплуатации, и легко поддается стерилизации. На один костюм уходит всего 15 минут. Шьют его из пандвонда. Размерный ряд от 42 до 62. Предприятие производит также маски. С начала года выпущено около 2 миллионов штук. Продукция востребована на внутреннем рынке, однако есть и зарубежные заказы. По реализации средств индивидуальной защиты швейная фабрика на постоянной основе сотрудничает с 50 организациями. В период пандемии мы как бы помогаем нашим медикам, поэтому выпускаем такую продукцию. Мой поток, который выпускает такую продукцию, из 18 человек в смену может пошить 570 комбинезонов.
«Славянка» удостоена главной премии признания потребителей страны – народная марка. Предприятие заняло 3-е место в номинации «Верхняя одежда» в ассортименте «Тренды 2022-го» от классического до спортивного. Стеганые куртки, плащи и двубортное пальто. Плюс этого сезона – палитра красок – горчичный, лиловый, винный, изумруд. Причем как в детском гардеробе, так и во взрослом. Мы очень рады, что наши покупатели отдают нам свое предпочтение и выбирают нашу продукцию. И надеемся, что и в дальнейшем мы будем получать такие престижные, почетные награды. «Славянка» – одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Беларуси. Его производственная мощность – до 600 тысяч единиц готовых изделий в год. Фабрика сотрудничает с модными фирмами Финляндии, Великобритании, Франции и России. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Краткосрочная разлука. Белшин официально вернулась в высшую лигу, команде вручили серебряные медали. В торжественной церемонии приняли участие руководство города, партнеры, спонсоры и представители Белорусской Федерации футбола. Медали и дипломы вручил Юрий Вергейчик, первый заместитель главы АБФФ. В первую очередь хотел бы сказать спасибо это партнерам, конечно же, своим, тренерскому штабу, директору, всем, кто помогал нам, всем, кто чем-то дополнял, скажем, нас. Болельщикам огромное спасибо, тем, кто приходил, тем, кто смотрел нас. Хотелось бы сказать, что приходите на стадион, нам так будет легче играть, будет только положительный результат. Сейчас команда отправилась на заслуженный отдых. В начале следующего года Белшина приступит к тренировкам. Напомним, новый сезон высшей лиги начнется в марте. Одна из главных задач – закрепиться в элите белорусского футбола. «Ибо ныне родился вам в городе Давида, он Спаситель, который есть Христос Господь». Миллионы католиков и протестантов по всему миру встретили один из главных праздников – Рождество. В ночь на 25 декабря в церквях страны прошли богослужения. Центром торжеств в Бобруйске стал костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Татьяна Горубач о том, как это было. В рождественский сочельник верующие с нетерпением ждут, когда загорится первая, самая яркая звезда, та, что привела к младенцу Иисусу волшебников-волхвов. Наступает время собраться всей семьей за праздничным столом, преломить оплатки и попросить друг у друга прощения. В этот торжественный вечер католики посещают службу и делятся доброй вестью. Для нас Рождество – это в первую очередь семейный праздник, так как мы собираемся всеми семьями – бабушки, дедушки, наши дети – вместе отмечаем. Также очень часто приходим в костел. Наши дети поют в костеле. Рождество – это для каждого человека, это обновление, это свет, это все. Это мир в душе. Рождество в первую очередь – это большой святой праздник, которому мы все готовимся и всегда рады его встречать. Это такой семейный праздник, когда Иисус родился, Иисус, Дева Мария, Иосиф. Вот я тоже сегодня приехала к своим родителям, да, то есть такая ассоциация. Вот, ну, как для христиан тоже очень важный праздник, один из самых главных. Вот, поэтому тоже обязательно хочется прийти в костел в этот день, вот, ну, помолиться. Рождество для нас в первую очередь это семейный праздник, где собирается вся семья. Это все, мы ходим всегда в костел. У нас принято, чтобы вся семья собиралась, бабушек, дедушек приглашаем. Все происходит в такой любви, взаимопонимании и соединении семьи в первую очередь. Какое-то волшебство происходит по-любому. Кульминация вечера – торжественное богослужение. По традиции священник кладет в рождественский вертеп фигурку младенца Христа. Главный католический праздник напоминает о том, как пришел в наш мир Сын Божий, Спаситель всего человечества. Дева Мария и Иосиф отправились в Вифлеем. Пара не смогла найти в городе ночлег и остановилась у пастухов в хлеву. Там ночью и родился Иисус. Каноническая сцена отражена в рождественских вертепах, в костелах и домах верующих. Костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии под стать Рождеству – повсюду живые ели. Есть здесь и ясли с фигурками Иисуса, Иосифа и Марии. Все напоминает о рождении Сына Божьего 2000 лет назад и сегодня. Под сводами храма звучат звонкие детские голоса. Спасителя здесь славят стихами и гимнами. Прихожане замирают, внимая поистине ангельскому пению.
Накануне в Бобруйский костел прибыл Вифлеемский огонь, символ Рождества и единства всех людей. После святой мессы каждый желающий, независимо от конфессии, может забрать частичку священного пламени домой. Желаю вам этой Божьей милосердности, опеки Святейшей Девы Марии, заступництва святого Юзефа, каб сподорожничали на вашем житевом шляху, сирот невзгод, сирот турботов, бедов, сирот хворобу, сирот недостачи, немочи, во всем гэтым бачит доверливый Божий провид. Чего вам от усяго сердца жадаю? Праздник Рождества Христова открывает в календаре колядную октаву. На протяжении 8 дней католики будут участвовать в богослужениях, встречаться с родными и знакомыми, дарить подарки и искренне делиться радостью божественного рождения. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин. Итоги недели. Дед Мороз и Снегурочка вернулись после отпуска. Резиденция в этом году в Бобруйске сменила локацию. Малыши и сказочные герои ждут в детском парке на Пушкина 173. Следующее представление 29 декабря. После Нового года резиденция вновь распахнет свои двери 2, 6 и 9 января. Начало в 16:00. Здравствуйте, друзья! Мы приглашаем вас в наш прекрасный новогодний парк, на наше театрализованное представление «Тусовка в новогоднем парке». Мы вас очень сильно ждем. И наши волшебные звери, а еще прекрасный Дедушка Мороз. Будут песни, танцы, веселье. Будет очень-очень весело. Да, правда, Дедушка Мороз? Ждем вас с нетерпением. Приходите, гости дорогие. Будем вам рады. Помимо представления, ребят ждет катание на лошадях. Тут же открылся контактный мини-зоопарк. Цена билета 2 рубля. Телефон для справок 73 15 15. Январские переговоры, ядерные реакторы и абсолютный антирекорд. Премьер-министр Великобритании в рождественском поздравлении к нации поблагодарил всех вакцинированных, к чему призвал Борис Джонсон. Далее обзор громких мировых заголовков. Переговоры между Москвой и Вашингтоном о снижении напряженности на российско-украинской границе состоятся в январе в Женеве. Однако их детали пока не согласованы. На своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин вновь потребовал гарантии безопасности для России. Вместе с тем США подтвердили, что предложения обсуждают, а будущие дискуссии считают необходимыми для разрядки. Правительство Бельгии подтвердило намерение закрыть 7 ядерных реакторов в стране в 2025-м. Однако власти не исключают возможности использования в будущем малых модульных установок. Правительственная коалиция заключила со своими партнерами договор, который предусматривает инвестиции в размере 100 миллионов евро в их разработку. Польша собирается построить защитную стену на границе с Украиной. Она нужна для того, чтобы снизить поток нелегальных мигрантов, которые каждый день перебираются на территорию страны. Тем временем Варшава рассчитывает, что на границе с Белоруссией ограда свыше 180 километров и высотой 5,5 метров будет возведена уже к середине следующего года. Именно ее и продолжат прокладывать дальше для того, чтобы отделить Польшу от Украины. Санта-Клауса убрали за перегородку. В финскую Лапландию в этом году пускают туристов, но встречи со сказочным персонажем проходят в строгом соответствии с санитарным протоколом. В частности, запрещены близкие контакты. В резиденции Санты гости могут наблюдать за происходящим через оргстекло в форме рождественского печенья. Несколько дней подряд число заразившихся в Великобритании превышает 100 тысяч человек. Побит абсолютный антирекорд – без малого 120 тысяч инфицированных. В рождественском видеообращении к нации премьер-министр Борис Джонсон поблагодарил сограждан, которые сделали прививку от коронавируса, и отметил, что иммунизация – лучший подарок на праздник. В настоящий момент Лондон ведет активную кампанию по ревакцинации. До боя курантов 5 дней. На улицах Бобруйска открылись елочные базары, главный поставщик – местный лесхоз. Купить новогодний символ можно до 31 декабря включительно. Продавцы предлагают как традиционные деревья, так и в катках. Самое время подвести итоги уходящего года и поставить планы на следующие. Тем временем город к новому этапу уже кажется готов. Повсюду сияют огни и сверкает праздничная иллюминация. Вот это подходит. Можно поковырять. Елочные базары на городских улицах – характерная примета скорого наступления Нового года. До боя курантов – ровно неделя. Купить пушистую красавицу можно в разных уголках Бобруйска. На Минской сезонную продукцию предлагает местный лесхоз. Эти деревья специально вырастили к праздникам. Спрос с первого дня. К нам стоит, конечно же, заходить, потому что у нас позитивная обстановка, цены у нас доступные.
Люди ходят, интересуются, спрашивают. Зеленые ярмарки под открытым небом расположились на 7 площадках. Купить елку до 31 декабря включительно можно около центрального рынка в молодежном парке, на Интернациональной, Батова 16, Строителей 58, а также в Авиагородке. Время работы базаров с 10 утра до 7 вечера. Как считаете, какую лучше купить ель? Искусственную или живую? Конечно, живую. Тут даже не может быть вариантов. Живое, но живое. Пахнет елкой, пахнет Новым годом, праздником. Это живая елочка, безусловно. Всегда была искусственная, но в этом году решили, чтобы был запах, как говорится, праздничный, такой новогодний. Вот. Очень, конечно, и дочка у нас будет рада этому. Хотя она все уже большая, но Новый год она всегда любит и ждет праздника. Цена от 9 до 30 рублей, в зависимости от высоты. Продавцы новогоднего настроения предлагают товар до 4 метров. В ассортименте как традиционные деревья, так и тренд последних лет. Есть и елочные букеты. Альтернатива срубленным деревьям – ели в катках. Такой вариант более экологичный. Пушистую красавицу ближе к весне можно будет пересадить в открытый грунт. Цена от 40 до 80 рублей. Лесная охрана вплоть до Нового года будет регулярно проводить профилактические рейды. За незаконную вырубку ели или сосны грозит штраф до 870 рублей. Кстати, при покупке дерева не забудьте взять у продавца чек. Это поможет избежать недоразумений. Еще один признак волшебного праздника – тысячи огней по всему Бобруйску. Разноцветные светлячки, звездное небо, статные елки и бесподобные шары. Дизайнерские решения – дело рук горсвета. Подготовка к Новому году у специалистов началась и еще в ноябре. Разрабатывают конструкции наши электромонтеры и воплощают это все в жизнь. Иногда нам помогают другие организации. Вот ППД, ТАИМ, завод. Они нам делали иллюминационные вот эти вот конструкции типа тигров и мишеней. На Минской, Ульяновской и проспекте Строителей появились огромные игрушечные шары. Всего их 160. Традиционно сияют витрины магазинов, фонтаны, арки, цветовые мачты. Разноцветными огнями переливается территория предприятий и организаций. На площади Ленина поселился вот такой тигр. Высота световой конструкции 1 метр. Это отличная возможность сделать селфи на фоне главной елки города и символа 2022. Главная елка города украшена светодиодными гирляндами благородного синего и белого цветов. На ней красуются 70 больших снежинок, есть и эксклюзивные шары. Жители уже успели оценить сказочное перевоплощение Бобруйска. Очень красиво украшен город, елочка очень красивая, поэтому семьи пусть приходят с детками, отдыхают, наслаждаются праздниками, выходными. С наступающим! Ходите, гуляйте с детками на елку, на праздники. Пусть дети радуются такому празднику волшебному. В школе тоже все украшено, в Бобруйске тоже все украшено, поэтому какое-то такое новогоднее настроение появляется еще больше. Всего горсвет развесил почти 13 тысяч метров гирлянд. Сотни огней зажигаются вечером и горят до самого утра. В это время на улицах царит невероятная атмосфера, а в соцсетях с каждым днем появляются десятки снимков на фоне красочной иллюминации с хэштегом «Бобруйск». Ольга Васенда, Станислав Чечерин. Итоги недели. Такими уходящие 365 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Максим Кембель. Новый год, новые итоги. Счастливого Нового года и Рождества. Увидимся.